Тедвейтер скидывает, поехали. Киевская Русь — это было место, где жили россияне, потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в Так, мне сейчас этот малой мне не напи***т на бан, по-моему, он напи***т на бан. Ну-ка. В составе России всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Бля, такой маленький, глупый. Сука, хорёк, ебаный. О, быстрее. Обнова через 2 минуты. Я не понял. Че, нельзя попку банану откусить, типа? Надкусить ее и почистить. Повезло. Повезло. 18 секунд. А bueno, adiós, мастер. Есть анекдот. Идет, короче, мужик по лесу. И вот, короче, видит мужик в лесу дупло. Но он подходит, а у дупла написано, руки не сувать, нельзя, короче. Он подходит, хуя к правую руку засовывает, вытаскивает, руки нету. Берет вторую, запихивает. Вытаскивает, все, двух рук нету. Потом, бля, хуя голову туда запихивает. Говорит, там что, тут совсем делать нехуй. Ну, то есть анекдот. Да, прикольный, смешной. Смеется. Порвало даже кого-то. Сука, ебать. Вот это смешно, кстати. Эй, молния, готов? О, да. Маквин готов. Слушайте, либо вчера реально была нарезка говно, а сегодня смешная. Я не знаю, что произошло, но какого-то хуя, бля, я сегодня ржу, я не знаю. But sometimes more unexpected sounds grab our attention. Like this desert rain frog. Squeaking viral sensation. Чё со смехом? Алло. 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 Просыпайся. Просыпайся. Нихуя себе, блядь. Ты въебал, блядь. Ты что, охуел спать? Он что, реально спал, блядь? Так, короче, мы в ТЦшнике, если что. Сейчас будем гайки, луки подбирать, и они будут залетать сюда, в телегу, если что. Еб. Нихуя себе. Да, блядь, там же даже звук наложили. Одно дома этот человек стоит неподвижно уже час. Он не шевелится и не разговаривает. А чё плакать-то, блядь, ментов вызови и всё. Не знаю, вызывать ли полицию или что. Мои зубы нарисовал. Только чё ты ему предъявишь? У меня мужик просто стоит, не разговаривает. Час уже просто стоит. Кролл. Кушает морковку. Кролл. Крошка воскрит со своей морковкой. Вообще не в ту сторону немножко пошел. Ого! Бля! Я свою морковку, свинки. Ник, это не смешно. Нет, это такая ржака. Но часто в него нельзя играть. Спасибо еще за $2. Thank you so much. I'm so appreciated. Thank you for supporting me. And thank you very much. Thank you very much for
$2. Например, вот у каждого есть друг уебанный, да, который там нормально зарабатывает, и он... Так, я тут не на банный пиздел. Не, норм, ну ладно. Он постоянно зовет тебя в сити бухать. Вот хули там делать, я не понимаю. Там очень... Не, его одного теперь вот так скриньте, нормально. Сиди фокус. Актуалочка. Есть палец? И нет пальца. Ну, стримы гайки, бля, вот это веселье, бля. Есть палец. Какая жиза, вы чё, парни? Кто меня вообще с мамой сделает? Имею в виду, надо, наверное, что сделать? Надо, наверное, наушники надеть. Идея какой-то. Блогнет, и сегодня ты увидишь топ 10 стримеров. 10 место. Хесус. Давай, до свидания. Ваху я в... Это что за озабоченный? Почему у него какой-то пи***ц на телефоне, блядь? Ты чё, странный, что ли? Я в... Это Принтерест? Это та хуйня, которую я захожу, чтобы посмотреть какие-нибудь штаны, но... Или там тёлок каких-то посмотреть, косплеи, и оно меня заставляет регаться, мне приходится переобновлять страницу по 5 раз, это оно, да? Так вот, я на эту хуйню регаться не собираюсь. Мне 5 секунд хватает посмотреть и выйти. Вы можете, короче, знаете, что делать, пацаны? Просьба, именно для подборки мемов из ТикТока, сделайте отдельную хуйню. Ну, вот эта девочка, видимо, какая-то делает, да? Возьмите и поделайте, но какой-нибудь подруге своей или знакомой, или там девушке, поугадывать, типа, сквад. Мы посмотрим, типа, какой будет вообще пиздец смешно. Или каких-то стримеров, я не знаю. Ну, типа, это ж модная хуйня. Просто тогда смешно было очень. Ну, чтоб рассуждало, так вот, знаете, но без банов. Уже есть. Но это было, но это мало, и плюс хуйня какая-то. А так вот интересно посмотреть разные, что пишут. Чё? Нет, именно чтобы голосовыми отвечало, вот балдёж будет. Писать такое себе. Повезло, повезло. This is hot pressy. Ah, what the fuck? За хуйня. Ебать, порвался. Нормальный переход, как у сквозь баба со сниппетом, где тёлка штаны на жопе рвёт, он выпрыгивает. Тут Хесус так делает. Лёша Алексей, мой самый лучший друг. И даже если гей, не говори мне вслух. Слушай меня, жена. Чтоб ты меня утром вставала, кушать давала. Плов готовила, шашлык готовила, дому готовила, хаш готовила мне, поняла? Если не будешь готовить, ща! Сюда покушать крылышки KFC, отрезать тебе пипись, прикрепить сиси, как видишь, крылышек больше нет. Сейчас опять Хесус будет. Бля, чё за хуйня? Я понял! Я вчера не понял, типа, прикола. Сегодня понял. Влад Верёвкин.
А ты кто? Александр Мылом или чё? Два брата акробатом или как? И там еще, блядь, где-то Серега Табуреткин по приколу. Как картошка пишет. Ой, библии. Ладно. Нико? Ка? Ну ладно. Донат или донат, не соображается. Да, блять, наебали вы, сука. А ты меня любишь? Ой, я не знаю, смешно, смешно. Я не, может, у меня настроение такое, типа, завтра стримаж не будет. Поэтому у меня такое настроение. Гулять со мной будешь? Почему? А что мне делать, бэби, бэби, если я тебе... Прощайте, барабан. Ой, тебя тоже тут обуханный. Это в тот день, когда меня Гекс снял, где я, бля, вообще слов сказать не мог. Я вот так... Как алкаш. Да, тут еще чача. Ой, спасибо, бля. А это навсегда! Сгорела кашка, Даша. И там моя мамашка! Всё, отойди, я... ты только отойди, ты только у меня отойди! Атака пошла! Конкретно! Да какая атака? Да тебе пиз... Да уйди! Два! Я хуй... Уйди! Я тебе помогаю, Максим! Блять! Ну я же Керри, я же должна убивать. Почему я все время стою в стороне? Я же Керри, я же должна бить. Я же должна убивать, я же Керри. Я же Керри. Ты саппорт? Мне Максим сказал, что я Керри. Ты еще он меня обманул, хотите сказать? Закончился видеоролик.